Эй, вы с ума сошли? Activated. Минеральные ванны Ферентино. После недавнего повышения температуры горячие источники стали опасны для здоровья. Имеются жертвы. За шлюхой! На помощь! Вот твои деньги. Отпусти ее! Нет! Чезари был бы против! Activated. Activated. Мама? Сестра? Эцио! Сеньор Макиавелли сказал, тебя можно тут найти. Что вы делаете в Риме? На Флоренцию напали? Нет. Вернее, я не знаю. Мы не были во Флоренции. Почему? Эцио, мы хотим помочь. Вы помогли бы, поехав во Флоренцию. Где сеньора Солари? Мертва. Мерда. Что нам делать? Мы закрываем заведение? Вы не можете. Мне нужна помощь. Мессер. Без человека, который умеет вести дела, мы разоримся. Я помогу. Тебе здесь не место, Клаудия. Да я с этим справлюсь. Я столько лет помогала дяде Марио. Тут все не так. У нас нет выбора, Эцио. Тогда на меня не рассчитывай, Клаудия.
20 лет я полагаюсь на себя. О, ладно. Отремонтируй здание. Наведи здесь порядок. И мне нужно, чтобы вы отыскали Катерину Сфорца. Положись на нас. Activated. Добро пожаловать в Россо-Ин-Фьоре. Как видишь, это самый популярный бордель в Риме. А я удачно вложил деньги. Вот список того, чему я учу моих девушек. Довольно скромный список. Думаешь, справишься лучше? Не сон проблема. Эцио, Борджи осложняет жизнь девушкам Клаудии. Если хочешь, я расскажу, как нам помочь. Я учту это. Еще что-нибудь? Нет. Эцио. Ты нашла Катерину? Мы продолжаем поиски. Бене, если найдешь, разыщи меня на Тиборском острове. Небывалое предложение. Не проходите мимо. Клянусь, цены вас не разочаруют. Похоже, ты умеешь раствориться во тьме. Он что, артист? Макиавелли, нужно поговорить. Да, один из моих людей сообщил нечто очень важное.
Мы знаем имена нескольких агентов, которым Чезаре поручил наводить ужас на римлян. Как мне найти их? Я могу указать тебе направление. Советую осмотреть бедствующие кварталы. Возможно, кто-то из горожан наведет тебя на след. Мой агент продолжает поиски. Ты узнал это от одного из стражников? Да. Откуда ты знаешь? Просто догадался. Грация. Клаудио, Бартоломео и Лавольпе ждут тебя внутри. Не понимаю, как тебе это удалось? Верту, Макиавелли. Верту? Что вы узнали? Этот бастардо Чезаре сейчас в замке Сант'Анджело вместе с папой. Мои шпионы сообщают, что яблоко передали одному изобретателю для изучения. Теперь я пытаюсь установить его личность. Катерину должны перевести в замок Сант'Анджело на следующей неделе. Бене, значит, замок. Рим быстро оживет, если мы избавимся от Чезаре и Родриго. Если мне выпадет случай устранить их, я воспользуюсь им. Не ошибись, как тогда в сокровищнице. Их необходимо убить. Я поддержу Макиавелли. Не будем ждать. Бартоломео прав. Они должны заплатить за смерть Марио. Не волнуйтесь. Они умрут. Даю вам слово. Сеньор Эцио, я представляю объединенные ресурсы Бартоломео Альвиано, Клауди Аудиторе и Ла Вольпе. Через моих агентов в городе вы сможете снабжать деньгами любую область подполья. По всему Риму развешаны объявления о продаже домов. Когда вы ремонтируете или покупаете дома, рента от них поступает к счетоводам, которых можно встретить в каждом квартале. Molto bene. Activated. У меня отличный выбор. Вот, сеньор, расскажите обо мне друзьям. Сеньор, вы настоящий современный римлянин. Покупайте модное искусство, только что с мольберта.
Спасибо, сеньор. Заходите еще. В моей лавке только самые модные товары. Он закончит на виселице, если не остановится. Он пьян? Activated. Только глупец способен пройти мимо моей лавки, не заглянув внутрь. Я не хотел сказать, что вы глупцы. Похоже, ты умеешь раствориться во тьме, если ни разу не зашел ко мне на осмотр. Кажется... Негодяй! Хочешь привлечь внимание, да? Пожалуйста, ведите себя достойно. Он сошел с ума? Эй, неужели вы не нашли другого способа? Подходите, уважаемый клиент. Да, у меня высокие цены, но и обслуживание отменное.
Только взгляните на мои товары, и вы поймете, что я не лгу. Читадини ди Рома. Полюбуйтесь невероятным зрелищем. Катерина Сфорца, шлюха из Форли, наконец-то побеждена. Ха! Ниже Лукреции Борджа все равно нельзя опуститься. Кто подбил тебя на это, отец или брат? А может и тот, и другой одновременно? Заткнись! Не смей оскорблять Борджа! Так будет с каждым, кто не покорится нам. Добрые жители Рима, будьте тверды! Ваше время придет, вы будете свободны, клянусь! Они хотят пытать ее. Твоя цель — Чезаре и Родриго. Катерина — сильный союзник. Если мы поможем ей, она поможет нам. Возможно. Но сначала Чезаре и Родриго.